Никита Хохлов на правах победителя Всероссийского фестиваля «Открытие-2030» провел мастер-класс для своих одноклассников. На уроке ребята провели фотопатологическую экспертизу семян гороха. Именно этой теме Никита посвятил свой проект на конкурсе юных исследователей окружающей среды. Парень опроверг гипотезу о том, что растение не подвержено заболеваниям. В будущем это может стать хорошим пособием для региональных агрономов. Началось все с муниципального этапа, то есть с самых начал, низов. И потом вот так вот мелкими шагами добрались до всероссийского уровня. Очень радостно. Ну и планирую создавать дальше проекты, работать над проектной деятельностью. И, собственно, может быть, отходить от сельского хозяйства и уже идти в другие области. Благо для этого в лицее есть все условия. По нацпроекту образования 2 года назад поступило новое оборудование, в том числе переносное. С ним дети могут работать в полях, воочию изучать биологические объекты. В следующем году уже запланирована экспедиция в национальный парк Сенгилеевские горы. Это прежде всего растения, а реже животные. Но, тем не менее, данное оборудование у нас имеет лупы, микроскопы, то есть в полевых условиях дети имеют возможность изучать живые объекты более полно, нежели, допустим, это делать на гербарных экземплярах. Когда ребенок приобщен к окружающей среде, тогда он лучше познает его. Познавать науку лицеисты могут в любом из ее направлений. Во всех начинаниях детей поддерживают учителя. Кроме того, в работу включены опорные вузы региона. Это позволяет расширить возможности создания проектов. Александра Никитина и Александр Кудряшов. Улправда ТВ.